Там что-то про локов написано, что исправлена работа дотов, как-то так. А как они исправлены, как они теперь работают? Да, он там все четенько исправил. Сегодня толка не будешь с собирать? Алло, алло, а почему меня кикнули из группы? А ты за что еще там въебал мне ГП? Так я ж под незыблемости был. Бля, я вот этого дебилизма вообще понять не могу. С алча там хожу, я даже незыблемость там не прожимаю. Потому что, блядь... Да под хвостом уже можно даже было подхилить спокойно. Конечно, как бы. Мне и так вернее должен сколько там 300 гп снять. Тысяча там накидывает. Угу, пока он снимет, так и заждать недели. Это пускай МК танчится, это я возьму, пойду, он знал, что я могу потанчить. Знаете крест? А давай после этого трая. Он не танчил никогда. Макгрегор, мы сейчас будем...
таких героев. Я встану, встану. Беги, малышка, беги! Ты все, ты заходил? Залезли. Шаман вылетел. Шаман. Да, шама нет, он дохлый лежит. Заходи, поднимем. Он уже офнулся. И тело покинул. Зайдет, значит. Да. Да. Красный секрет, не знаю почему. Шинка светло. Не, давай этот может и дальше трай. Да, вообще это раз, потом уже был светло как-нибудь. Буду учиться. Дайте, пожалуйста, еще раз по ДК кулак. Это лого. Какая разница? Это же все равно КП будет. Завис и не отбежал. Мы уже устали.
Это я знаю. Молодец. Сговорит. Рейд. Я услышал пол рейд и нажал. Сколько еще таких героев? Остерегайтесь теней. Интеллект, дай, пожалуйста. Сколько еще таких героев?
Превосходно слышно. Отменное качество. HD. 3080 HD. HD 4K. Долгий стараун. 50 FPS. Cinema. Парк. Мы уже не доберем. ЖКД все гильдии поставили на Туровес. Самый ненаркотичный файл. Ребят, давайте этот нормальный пройдем от калика. А это сейчас полнолуние, я тут смотрю на Луну, или это нарастающее? Угол тебе помню, как. Если круглое, то полнолуние. Если месяц. Да загуглите проще.
А вы в Ульду ходили? Идите вот в обычку, 25-ку. Пока. Идемте в ЦМК, вспомним. Вы ходили? Олег не играет сейчас? Я же вообще никогда ходить не хочу. Я уже заколебался. Кого? Боже, брат. А где WhatsApp? Он еще вчера сказал, что должен быть сил, что сегодня начнется собирать сервис. Его опять нет. Ну да, я уже хочу ливнуть. Блин, я уже не могу. Вчера никто не ливал, Дима, с твоего рейда. Ну, тут ГП падает, норм. Ну, я уже 300 ГП заработал. Ладно, еще первый тирай, но, блядь, по вторым тирам, тем более еще и кровь прожал, не забил. Я всегда сразу две прожимаю, когда уже вторая выходит. И не захилит, но это уже капец. А просто сама суть... Вот я вот выторговал, когда ливнул, молодец. Ой, когда ливнул, тьфу, когда меня кикнули, я вот сколько походил с учатом, ну, таких проблем вообще не было, вот, я просто поражаюсь. Что если эти все пуги на самом деле профессиональные игроки, чтобы изменить мнение о пугах, Димина мнение о пугах, они специально собираются и типа берут его в этот рейд и охуенно играют, и чтобы он ему потом говорил, да бля, ты до меня пуги лучше хилят, и там незыблемость не отдают. Не, ну там да, я вообще не там даже по сути ничего не прожимал. Так чисто кровь прожал и все. А незыблемость я там никогда не отдавал. Все твои ангелы-хранители ебашут, блядь. Наш рейд уже нет желающих. Должны быть их лучше. Если они там ходят в 3 хила, ссылка 25 хм, мы значит должны быть в 2 хила ходить. Если они начнут в 1 хила ходить, значит мы вообще без хилов будем ходить. Им так выживать. ПВП стиль включим и все. И будем бить боссов. Можем, слушайте, бля, в зум-групп сходить. Не, ну они, кстати... Целка 25 хм, 2 хила хилит, 2 шамана. Ну, я с ними ходил в целка с этим сагеральным, и меня Валька унесла. Мы в 3 хила вообще шли. И все, они там 2 шамана хилили. Так сакральный, он же топовый лидер и вообще... Да, причем здесь... боец. Просто там шаманы были нормальные. Нет, там просто атмосфера создана этим лидером. За счет этого вы убиваете. Дух рейда. Ага, слышно только его дух, блядь, суки, федерас, ебаный, ебал его всех. Вот это дух, да, это я согласен. Но он... Каноп 335, блин. А каноп 30... Я когда его в ВК увидел, этого пиздюка, я чуть со смеха не сдох. Что тебе не понравилось в нем? Да я просто вообще такой пиздюк, еще и въебывается здесь, это же охуеть. Типа, ты думал, ну все, кто пиздит, тут типа жесткие, блядь, типы, самые вот опасные такие, да? Ну. Я думал, там, блин, гангстер какой, там, блин, шут. Блядь, где ты видел гангстеров, которые ебашат 335? Каноп. Ты знаешь, блядь. Сми обратно двоих, которые были с нами в рейде каких-нибудь. В этом мире. А кто лаглы еще тут? А кто лаглы? Тулгалы. Солчата добей. Надо солчата, позориться будем. Ну, блин, если Шанону верит, там жесткие типы могут быть. Я могу сейчас поспрашивать у знакомых, может они зайдут.
Вот только опозоримся и все. Слышь, зови этот мусульман. Центрального. Там еще охуенный. Эрелла, слышь, позови. Не, вообще, хочешь, позови Сурсею, злого Вара, Цела и, блядь, и, ну, всю эту катку. Я их могу позвать, без проблем. Не стоит. Но злой Вар — это нормальный чувак. Да, понятно, что нормальный. Ты и Сурсея тоже нормальный. Оксана еще тут. Я думаю, сегодня на телка не пойдем. Блин, почти 11 часов. Я, понятное дело, я думаю, уже люди не захотят. Потом скажут, я спать хочу, мне уже поздно. О, вы сейчас рука хотели пойти? Псих настроения нету, какой рука? Я пошел. Почему-то у меня уже у шамана нету КД. Я бы завтра ходила. У меня тоже настроения нет, но у меня... Не на КД, блин, сколько, 7 чаров или 8. Чаргу прокачай, уже будет 10. Берите вот Оксану и пойдемте вайпаться дальше. Не Маги, ну, если кто может помочь советом, никто там смотреть, что она там еще не так делает, потому что вроде шмот более-менее, как бы уже немножко надо дамажить. Сдеться уже. Да уже заебались помогать. В ответ только, блядь, одно. Ты чё? Задний вход уже включил, что ли? Обычно говорят задняя передача. Хорошая передача. Я дело предлагаю. Никто к вам врить сейчас не пойдет. Уже у всех КД. Если бы кто хотел пойти, уже бы плюсанули. Ведь правильно? Засуньте ее почему-то, да, я не знаю. С ЛФД, если вы доберете, только опозоритесь. Ты дезморалишь рейд. Он уже дезморалит. Полностью причем. Большой она плохо дамажит. Такая беда. Не знаю, поставь АДК-ва, тьму и ГУ-24. А, Рэй-3, а у тебя вместо колбы еще что-нибудь есть? Добрый вечер. Колбы только знак. О, привет, Альбич, здорово. Заходи. А кто заходи, вам надо? Заходи, милик во тьму, короче. Вот сейчас варом зайду. У нашего желающего. Да у него нормально. Самогона могу обосрать во тьме в завара. Его нет. Это аргумент. Самогон так вчера хотел в райску пойти. Много он не потерял. У меня это еще поставь на меня, дай мне ассиста. Я покажу, где рейду лучше стать. Свету. Чтобы уж меньше было в милизоне. Это средневалом проверенная теория.
Ну ща, пролагаю, я уже дошел. Я тогда на полминуты отойду, вы его пока пробавьте, я уже здесь буду. Да, да. Чай дать? Пригласить члена другой группы. Да ща, мне пать уже кинули, я еще не пролагал. Пригласить члена другой группы. Бычки у нас будут еще целка на этой неделе? Дайте каску поварам еще. Везде остановитесь и все. И никто главное не стал. Но он с тобой больше не станет. Спел его. Стой, вар, куда ты бежишь. Сколько еще таких героев? Приз, что ты? А можно спросить, по какому свайпу эти свайпы? Ты третий трай. Серьезно, 3 часа? Ну, мы здесь не 3 часа, там, мы здесь меньше. Ну, если не считать первых боссов, то где-то 2, наверное. Как Болтара, да, хорошенько рассадили, да? Алпич. Да не, просто я был в 100 километрах от города, вы еще там писали, что вам кто-то надо был в РС заходить. Ну, а я волновался, что не успею на РТ. На РС 100 километров. До РТ, КМН. А я ничего не заберу, у меня там приор вообще нулевый. Кристобал. Кулак. Отдайте кулак каску повару. Хотя бы.
Это наша невролика. Но она не врага. Ты и так пишешь. А ты так удачно не разговариваешь. Заячки, ты станьте сейчас звезду, пожалуйста. Туда встаньте. Я ему сейчас залил. Я залил. Ну еще много. И забафайте его сразу. Беги! Что, заходим? Лезвие. Остерегайтесь теней.
что-то есть. И метки подряд, с ума сойти. Белые хорошие тут. Один на ману дала. Кадир во тьме есть? Гимн Аманы сейчас это там свету. Метеорит, метеорит. Каплю, если можно. Каплю, если можно, из цветов. Сколько еще таких героев? Добьете, надеюсь. Подождем. Оказался уже. Угасаси, блядь! Ура! Ха, и чешка! Бар! И чешка! Пойду маме скажу, что убили, сейчас. Красавчик. Ой, ты молодец, что так долго сидел, правил. Ты разруливай давай. Блин, конечно, есть мое поглощение и исцеление. Дай-ка. ГЦ. Да. Да. Спасибо. Да. Если а Че Гевара писал? Ну да, я же АДК. Я АДК, я ролю на АДК только. Это там же стрим. А, тьфу, нет, сорян. Спасибо.
Говорит, шляпа упала. Да, сейчас гружу. Штрика, да, ИП. Мы ж сколько сидели. Че, еще одно раз больше? Ты же написала, есть желающие еще раз. Ну, глянь, печать. Это маг. Это ты молодец. Два вечера в ПП надо ходить, фармить после такого. А у меня он вообще 5 голды осталось после прошлого ареста. Давайте.